маленький кротик. Ну, прямо на дорожке роет норки. А шарик не достает, конура. Я пошел, конуру подтащил только сюда. И он сразу начал углубляться. Ну, вряд ли достанешь, у него ходы далеко. Километр может идти. Ну вот, трудится сегодня. Показать, что у нас тут есть. Вот она. Блузка встретилась с болящей. Это совсем доходит полностью. Не перерабатывает, видно, желудок. Вот она. Тут надо маленький кротик банку ставить стеклянную на уровне его метро, чтобы упал и не вылез. А большие, я знаю, ловил капканы. Принес живого крота, шарик как кинулся в капкане, его тут же разнес. А это вот какие у нас тут стояли деревья. Вот все здесь. За эти дни закончили, почти 3 дня ушло.